2 Коринфянам 13:5. Итак, когда носили мы образ перстного, мы познавали, что мы сыны его из бесчестной материи помыслов его, живущих в нас, которая суть страсти. А облегшиеся же во образ небесного познают себя, что сыны его суть через Духа Святого в них живущего. Так Исаия взывал, говоря: «Страха ради твоего, Господи, во чреве приял, и поболел, и родил дух спасения, которым отчреватели на земле». Опять написано в Екклесиасте: «Кости во чреве рождающие, так и путь духа». 11:5. «Ибо как святая дева чревоносила его во плоти, так приявшая благодать Святого Духа носит его в сердце своем, по слову апостола, который говорит: «Да даст вам Отец Небесный утвердиться Духом его во внутреннем человеке, вселиться Христу верою в сердца ваши и вкорениться в любви на прочном основании и познать со всеми святыми». И опять: «Имеем сокровище сие в глиняных сосудах носим, чтобы преизбыточествующая сила его была приписываемая Богу, а не нам». Итак, если достиг ты до того, что говорит следующее слово, преобразуясь в тот же образ от славы в славу, и исполнилось на тебе слово апостола, который говорит: «Мир Божий водворяется в сердцах ваших», если Христос в вас, то тело мертво для греха. Если достиг ты до того, что говорит еще и следующее слово, «Из тьмы воссиял в сердцах ваших свет познания Бога», 2 Коринфянам 4:6, исполнилось на тебе слово: «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, вы будете подобны человеку, ожидающему господина своего, когда он возвратится с брака, чтобы не заградились уста твои, не имея что сказать в оправдание себе посреди святых. Если знаешь, что в сосуде твоем есть елей, как у мудрых дев, чтобы войти в брачный чертог и не быть оставлену вне. Если ощутилось ты, что дух твой, душа и тело соединились безукоризненно и восстанут в день Господа нашего Иисуса Христа незапятнанными, если ты соделался необличенным и незазираемым совестью, если стал ты дитя по слову Спасителя, который говорит: «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное», то истинно соделался ты ему невестою, и Дух Святой ввел тебя в наследие, когда ты еще в теле. Если же не так, то ожидай печали и стенания горького, но что стыд и посрамление придыдут тебе перед святыми. 4. Это же ведай, что как дева, вставая каждодневно утром, никакого другого дела не касается, прежде чем украсить себя для жениха своего, часто глядясь в зеркало, нет ли на лице ее какого пятнушка, которое не понравится жениху ее. Так велика забота у святых день и ночь испытывать действование свое и свой помысл, чтобы знать, подвигом ли они Бога и Святого Духа или нет. Итак, усердно подвязайся, брат, в болезнование сердца и тела с разумом приобрести вечную ту радость, потому что редко удостоившиеся ее, то есть те, которые приобрели меч духовный, освободили душу свою и чувства от всякой скверны страстей, как сказал апостол. 2 Коринфянам 7:1, Ефесянам 6:17. «Силен же есть Бог помочь немощи нашей, да сподобимся достигнуть того, чтобы быть со святыми Его. Аминь». Слово 20 о смиренном мудрее. Что есть смирение? Смирение есть думать о себе, что ты грешник, ничего доброго не делаешь перед Богом. Дела же смирения такие: молчание, немерение себя ни в чем, нелюбопрительность, повиновение, смотрение в землю, имение смерти пред очами, сохранение себя от лжи, непозволение себе в беседах суесловий, противоречие старшему и настояние на своем слове, перенесение положения, ненавидение покоя, понуждение себя на труд и не огорчевать никого. Позаботься же, брат, в точности исполнить это, чтобы душа твоя не стала жилищем всякой страсти, и ты не кончил жизни своей бесплодно навеки. Аминь. Слово 21 о покаянии. Спросили Авву Исаии, что есть покаяние или что есть убежание от греха. И он ответил, говоря: путей два. Один путь – жизни, а другой путь – смерти. Идущий по одному не ступает по другому. Ступающий же по обоим не зачислен еще ни на одном. Ни на том, что в царство ведет, ни на том, что в ад низводит. В
Впрочем, если скончался такой, то суд над ним есть дело Бога, имеющего и милость. Но желающий войти в царство соблюдает дела его. В царстве есть истребление всякого греха. Сеют, конечно, враги, но помыслы их не произрастают. Ибо если ум достигнет до созерцания сладости божества, то стрелы их уже не входят в него, так как он облечен тогда бывает во всеоружие добродетели, которые хранит его, печется о нем заботливо и не допускает его до возмятения помыслами или страстями, но занимает его своим созерцанием, чтобы знал и различал два пути, и одного убегал, а другого любил. Третье. Итак, кто познал славу Божию, тот познал горечь вражью. Кто познал царствие, тот познал гиену. Кто познал любовь, тот познал, что есть ненависть. Кто познал вожделение к Богу, тот познал ненависть, которая обращается к миру. Кто познал, что есть чистота, тот познал нечистоту зловоний, страстей похотных. Кто познал плод добродетелей, тот познал, что есть плод зла. Кому сорадуются ангелы в делах его, тот познал, как сорадовались ему демоны, когда он делал дела их. Ибо если не убежишь от них, то не познаешь горечи их. Как познает кто, что такое сребролюбие, если не отречется от всего и не пребудет в великой нищете Бога ради? Как узнать горечь завистливости, если не приобретешь кротости? Как узнать мятежность гнева, если не приобретешь себе долготерпение во всем? Как познать бесстыдство гордыни, если не приобретешь тихость и смиренно мудрее? Как познать зловоние блуда, если не познаешь сладкого благоухания чистейшей невинности? Как познать срамность осуждения, если не познаешь своих недостатков? Как познать невежество смехотворства, если не познаешь плача о грехах? Как познать смущение уныния, если не устроятся чувства твои и не познаешь света Божия? Всем этим злым страстям глава одна, которая называется «Злобою вражьей силы». Добродетелям же всем одна мать, которая называется «Страхом Божьим», который, приобретшим его в чистоте, рождает добродетель, отсекает ветви зла, как я сказал прежде. Приобрети его себе, возлюбленный, и проведешь все время жизни своей в спокойствии. Ибо страх Божий есть матерь всех добродетелей. Доколе кто не прошел всего, дотоле он еще не сын Царствия Небесного. Но подвязать он лежит ему мало-помалу, пока не отсечет каждой из сказанных страстей. Если кто заботится узнать, трудится ли он над этим или нет, то вот что служит признаком того. Пока левая сторона проявляет свои воздействия, дотоле не умер еще в нем грех, и добродетели правой стороны не мирствуют с ним, ибо написано: «Не знаете ли, что кому вы отдаете себя в рабы, в послушание ли, того являетесь или греху смерть, или послушание в правду? И опять, или не знаете, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» И опять Яков говорит: «Если кто думает, что он верный, а не обуздывает языка своего, думая, что благочестивый, то пустое у того благочестие». Всему этому учит нас Дух Святой, показывая нам, как отстать от неестественности и охранять себя от нее. Ибо покаяние в том состоит, чтобы отвращаться от греха. Но грех не один, а весь ветхий человек называется грехом. Почему апостол говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище, все бегут, но один получает награду?» Кто же это, если не тот, кто стоит и доблестно борется со всеми? «Ибо сказал еще», далее тот же апостол, «что подвязающиеся от всего воздерживаются. Позаботимся же, братья, о себе». Но какая это настоящая забота, если не та, чтобы повергать себя перед благостью Господа нашего Иисуса Христа, умоляя Его о заступлении от врагов? И Он силен есть против них, чтобы пресекать злые их на нас устремления. Человек же плоть и кровь есть. Спросили опять Исаию: «Что есть безмолвствовать в келье?» И он ответил, говоря: «Безмолвствовать в келье есть повергаться перед Богом и все силы свои напрягать на то, чтоб противостоять всякому лукавому помыслу от врага всеваемому, ибо это и есть убежище от мира». Спросили его и еще: «А что есть мир?» И он ответил, говоря: «Мир есть простор греха,
чада, никто да не обманывает вас, творящий правду праведник есть, творящий грех от дьявола есть, ибо он вначале согрешил. Любящий мир сего есть враг Богу. Опять и Петр апостол, желая сделать чад своих чуждыми греха мира, говорил: «Умоляю вас, братья, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу вашу». И возлюбленный Господь наш Иисус, зная, что мир греховный есть томительная тягота, пока не оставит его человек, воодушевил своих ему, говоря: «Идет князь мира сего, и во мне не находит ничего». И опять: «Мир весь лежит во зле». Сказал он и о своих ему, что взял их из мира. Из какого мира взял он их, если не от всего разлития греха? Итак, кто хочет быть учеником Иисуса, да бежит от страстей. Ибо если он не отсечет их, то не может быть жилищем Бога. Не увидит он и сладости Божества его, если не отстанет от них. Ибо он сам сказал: «Светильник к телу есть око. Если око в тебе будет чисто, то все тело светло. А если око твое худо будет, то и все тело твое будет темно. Итак, смотри, что если ум не будет здрав от зла, то не может узреть света Божества, ибо зло бывает тогда для ума мрачной стеной и душу делает пустой, как написано в Евангелии. И никто, зажегший светильник, не ставит его под сосудом, но на подсвечник, да светит всем в доме». Говорят, что одр здесь есть неправда мира. Итак, пока ум наш находится в неестественности, да то ли не может быть внутри его светильник Божества. Когда же ум сделается высоким светильником, тогда бывает на нем свет Божества, и он познает находящихся в доме, и кого должен выбросить, выбрасывает, а с кем должен в мире жить, оставляет. Почему Господь поучал тех, у которых ум просветился, заповедяем Божества, я уговорю вам, слышащим: «Любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за творящих вам напасти. Вьющему тебя в щеку поставь другую, и отзимающего тебя одежду отдай и нижнюю. Всякому просящему тебя дай, от хотящего тебя занять не отвращайся». Это сказал он убегшим от мира, так как они оставили все и уготовили себя последовать ему, спасителю своему. Почему, возлюбив их совершенной любовью, он говорил им: «Встаньте, пойдем отсюда». Куда же это он берет их, говоря: «Встаньте, пойдем отсюда»? Это он берет ум их, отдел века сего, и упокает в царстве своем. Почему, воодушевляя их, он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Прибудьте во мне, и я в вас». Это говорит он оставившим мир, потому что есть в них дух и живет в сердцах их. «Не оставлю, говорит, вас сирыми, приду к вам опять». Итак, кто возлюбил Бога и желает, чтобы он обитал в нем, а не желает остаться сиротою, да попечется прежде соблюсти то, что заповедал ему Иисус, и он будет обитать в нем. Потому что он недалеко от нас, и между нами и им ничего нет, кроме страстей. Если же, брат, ты называешь себя отрекшимся от мира, а окажешься делающим дела мира, то ты не отрекся, а обольщаешь себя. Отрекшийся от мира, Господь дал такой признак, сказав: «Любящий душу свою погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, тот спасет ее». Как же погубляет кто душу, если не через отсечение всех пожеланий ее плотских? Еще, если кто не несет креста своего и след меня идет, не может быть моим учеником. Какой это крест, говорит он, чтобы мы носили, если не то, чтобы всегда бодрствовал ум и стоял в добродетелях, дабы не сойти со креста? То есть воздержание от страстей, пока не отсечены будут они, и ум не восстанет, наконец, непобедимым. Ибо тем, которые возбудились, дал он знамение, говоря: если зерно пшеничное, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. В утешение же умершим, подобно зерну, он говорит: кто мне служит, того почтит отец мой, и я приду к нему, там и слуга мой будет. Как же служат Иисусу, если не тем, что возненавидели мир страстный, исполняя заповеди его?
соблюдцы их, они возымели дерзновение говорить перед ним: «Вот мы оставили все и вслед тебя пошли, что нам будет?» И он показал им, что будет им, говоря: «Вы, пошедшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отцов, или матери, или жену, или детей, или поля меня ради, получит во 100 крат более и жизнь вечную наследует». 10. Господь наш, сладчайший Иисус, зная, что если человек не приобретет без попечения относительно всего, то ум его не может зайти на крест, заповедовал оставить все, с чем свыкновение и встреча не сводит ум со креста. Почему, когда некто подошел к нему и сказал: «Пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне сходить распорядиться тем, которые в доме моем». Возлюбленный наш Иисус, зная, что если он увидит то, опять склонит сердце его к тому и разным там случайности, как бы по праву удержит его, возбранил ему сходить, сказав: «Никто, положивший руку свою на плуг и оборачивающийся, не надежен для Царствия Небесного». После же притчи о браке сына царев, который сказал он, как царь сотворил вечерю для сына своего и послал рабов своих звать званых, а те по любви, какую имел каждый в миру, не могли прийти, сказал он с печалью: «Если кто пойдет за мной и не возненавидит отца своей, мать, жену, детей, братьев и сестер, даже жизнь свою, не может быть моим учеником». Это говорит он, научая нас, что желающий войти в царствие его, если прежде не положит в себе ненавидеть все, влекущее сердце к миру, не может войти в царствие, которого возжелал. А внушая нам не полагаться на одну веру бездействия по ней, Господь сказал, что царь вошедший увидел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и повелел бросить его во тьму кромешную. Входит по имени христианскому и извергается вон по неимению дел христианских. Так и апостол, зная, что никто не может любить вместе и то, что Божие, и то, что от мира этого, написал Тимофею, чаду своему, говоря: «Никто же из тех, кто привязывается к делам житейским, не надежен для царствия. И если он и подвязается, то не увенчается успехом, потому что незаконно подвязается». 2 Тимофею 2:4. Воодушевляя же его, надеется, что не погибнут труды его, говорит ему: «Труждающемуся делателю прежде подобает вкусить от плода». А когда пишет другим неким, говорил он: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Таковой пекущийся услышит страшный голос, говорящий: „Брось его во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов“». Употребим же, братья, силу нашу на то, чтобы одеться в одежду добродетели, дабы не быть изверженными вон. Ибо никакого лицеприятия не будет в день тот, почему апостол сказал чадам своим: таковые, творящие Царствие Божие, наследовать не могут. Зная же, что сподобившиеся возбудиться от мертвых страстей уже не имеют соперника, он показал им плод Духа, который с любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, терпение, на таковых, говорит, нет закона. А возлюбленный наш Господь Иисус, показывая нам, что в тот день имеет обнаружиться плод делания нашего, сказал: «Многие поищут войти и не возмогут. Ибо домовладыка после того, как восстанет и затворит дверь, скажет стучащимся: „Не знаю вас“. Уже ли можем мы сказать о Боге, что он не знает чего-либо? Никак. Но как это стучащийся и говорящий: „Господи, Господи, открой нам“, не знали добродетели? То и он говорит им: „Не знаю вас“. И еще показал он нам обе участи имеющих веру, дел же не имеющих, говоря: „Я есть лоза, а вы ветви. И кто прибудет во мне, я в нем, тот принесет много плода. А кто не прибудет во мне, тот извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Ветви же, приносящие добрый плод, очищает Отец, чтобы более приносили плода». Опять показывая нам, что не любит действующих по своим пожеланиям плотским, говорил он в молитве:
Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, которые Твои. И я взял их из мира, ибо мир Твое любит. Наконец говорит: Отче, соблюди их от напасти, ибо они не от мира. 12. Исследуем же себя, братья, от мира ли мы или нет. Если не от мира, то Он хранит нас от зла, ибо так сказал: не о всех молю, но о верующих. Слово Твое ради меня. Смотри, и теперь какой любовью возлюбил Он нас, когда люди, подвязавшиеся в мире этом и ненавидевшие пожелания свои плотские, царствовать будут с Ним в бесконечные веки. И апостол Иоанн, созерцая великую ту славу, сказал: «Знаю, что когда явимся, подобно будет Ему. Если соблюдем заповеди Его и угодное перед Ним сотворим». И опять Он же говорит: «Не дивитесь, возлюбленные, если ненавидит вас мир, ибо знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Еще всякий, не творящий правды, не от Бога, и не любящий брата своего. Еще творящий правду от Бога родился, а творящий грех от дьявола. И опять рожденный от Бога не грешит, ибо семя его в нем пребывает и не может согрешать, ибо он от Бога родился. Сотворим же по силе нашей, братья, имея утешение в таких свидетельствах. Может быть, смилуется над нами благость Господа нашего, и Он пошлет нам силу сбросить с себя тяготу нечистого мира сего. Ибо враг наш не дремлет, но повсечасно охотится за нами, желая похитить души наши. Господь же наш Иисус с нами и возбраняет Ему силу из святых словес своих, если мы будем соблюдать их. Ибо кто воспрепятствует врагу, или кто силен против него, если не словеса, который сказал против него Бог? Он противостоят они ему и сокрушает его силою своею, когда человек не знает о том. Апостол Петр, научая нас и показывая нам, что дела спасают человека, говорит: «Вере ваше покажите добродетель, добродетели, рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии же любовь». Опять Иоанн Креститель говорит: «Сотворите достойные плоды покаяния, вот уже и секира при корне дерев лежит». И Господь наш Иисус говорит: «По плодам дерева узнается, собирают ли виноград с репейника». И опять: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца моего, который на небесах». Опять Иаков говорит: «Вера без дел мертва, и бесы веруют и трепещут». Петр и та же Павел об этом говорит, утверждая чад своих в том, что вера имеет нужду в делах, строго заповедовал им, говоря: «А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». И опять еще более подтверждая это слово, говорит: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это грядет гнев Божий сынов противления. Посему не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо вы свет в Господе, поступайте как чадо света. Всякая горесть, гнев, ярость, злоречие, злословие не должны даже именоваться у вас. Подражайте добру, а не злу. Подражайте мне, как я Христу. Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Исследуем же себя, братья, облеклись ли мы во Христа или нет. Познается же Христос по чистоте, ибо Он чист и в чистых обитает. А чистыми как делаются? Не иначе, как перестав делать зло, которое делали. Ибо такова благость Божия, что в какой час обратится человек от грехов своих, он принимает его с радостью, не считая прежних грехов его, как написано в Евангелии, о юнейшем сыне, который, расточив блудно свою часть, напоследок пас свиней и желал насытиться пищей свинской, наконец же раскаявшись в том, что наделал. Он разумел, что нет сытости в грехах, но чем больше кто делает их, тем более разжигается на них. Итак, когда покаяние коснулось сердца его, постучалось к нему. Он не отлагал, но тотчас возвратился к отцу своему со смирением, оставив все пожелания свои плотские. Ибо веровал отцу своему, что он милосерд, и не вменит ему содеянного.
Почему и отец его тотчас велел дать ему одежду и чистоты, и залог сыноположения, перстень. Это говорил Господь наш Иисус Христос, желая внушить, что если обратимся к Нему, то должны прежде оставить пищу свиней, и тогда Он примет нас, ставших чистыми. Сказал Он это для того, чтобы не унывала душа, говоря, когда же Бог услышит меня? Ибо Он знает время, когда достоин бывает просящий услышания. И тогда Он услышит его скоро. Обратимся же к Нему всем сердцем, и не будем, умоляя Его, говорить, и Он вскоре услышит нас. Ибо Сам сказал, просите, и дастся вам, ищите, и найдете, стучите, и откроют. Итак, братья, если будем просить, или искать, или стучать, то получим, что ищем, или что просим у Него. Так, пришедший к другу своему в полночь, понуждал его, говоря, дай мне взаймы три хлеба, потому что друг пришел ко мне с пути. И как не переставал стучать, то тот дал ему, что он просил у него. Отбросим же, братья, от себя леность и уготовим себя к такому бесстыдию. И Бог, видя терпение наше, подаст нам просимое нами. Ибо Он милостив и желает обращения к Нему человека, как написано, истинно говорю вам, более бывает радости на небесах об одном грешнике кающемся. Итак, братья, имея такую милость Его и такое богатство щедрот Его, поболезнуем перед Ним всем сердцем, пока еще находимся в теле этом, ибо скоротечно время жизни нашей. Если поподвизаемся, то наследуем радость вечную и неизглаголанную. А если возвратимся назад, то будем подобны юноше, вопрошавшему Господа Иисуса, как спастись. Он ответил, «Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и, взяв крест свой, иди за мною», показывая нам, что отсекать волю свою и есть спасаться. Но тот, услышав это, опечалился и отошел прочь. Ибо знал, что раздать свое бедным не так трудно, как нести крест. Раздаяние своего бедным есть одна добродетель, и человек совершает ее для того, чтобы удобнее нести крест. А крест есть истребление всякого греха и рождает любовь. Без любви нет и креста. Посему апостол, зная, что есть и мнимые добродетели, в которых нет любви, несовершенство добродетель сказал, если языками человеческими говорю и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если раздам все имение мое и предам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 18. Итак, желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши ли они или худы. Тогда, наконец, одно вожделение, которое к Богу останется в сердце его, и это вожделение родит ему свойственный естеству гнев. Гнев же станет противостоять всему, всеваемому от врага. Тогда закон Божий обретает в нем пастбище себе, и через страх обнаруживается любовь в нем. Тогда говорит такой-то человек с дерзновением, как апостол, что не только связан быть хочу, но и умереть готов я за имя Господа Иисуса Христа. Блаженна душа, достигшая такой любви, ибо она бывает тогда бесстрастною. Вышли мы, братья, из мира, знаем, в каком сине находимся, и что милосердие есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его. И малого по малости Его, как сказал, много обителей у Отца Моего. Ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело. Будем же подвязаться, братья, против лености. Сбросим с себя покров тьмы, то есть забвения, и узрим свет покаяния. Приобретем себе Марфу и Марию, которая суть злострадания и плач, которая плачет перед Спасителем, да воскресит Лазаря, то есть ум, обязанный многими повязками своих пожеланий, обвязанный. Он же, хотя творит милость и возбуждает им Лазаря, но далее у всех дело есть развязать и оставить его идти. Когда же освободится Лазарь,
Тогда появляется старание Марии и Марфы. После этого вот что видится. Лазарь беспопечительно возлежит с Иисусом. Марфа с усердием и радостью совершает свое услужение, а Мария, принесшая алавастр мира, помазывает ноги Господа. Станем же, братья, подвязаться по силе нашей, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если же сохранили мы сердца наши, как отцы наши, не сохранили, как должно, употребим усилия наше сохранить хоть тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время голода, постигшего нас, сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Ибо хотя иная слава солнца, иная слава луны, и звезда звезды – разница во славе, однако они на одной находятся тверди, и слава их, и честь их, Его есть, отныне и до века. Аминь. Слово 22. О действовании нового человека. Возлюбленные братья мои, еврей познается по трем делам, по обрезанию, Пасхе и субботе. Ибо так написано в книге Бытие: «Младенец 8 дней, да будет обрезан в доме твоем и куплен за серебро. Необрезанная же душа, та да истребится из рода своего, ибо не сохранила завета моего». Авраам обрезался первый, что есть знамение, что умерла его левая сторона, и есть прообраз, данный в этом древнем нового человека, которого проявил во святом теле своем Господь Иисус, чтобы древнее растление, покрывающее мужеский пол, обрезать и отделить. Об этом и апостол сказал: «В нем мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, погребены быв крещением с ним и совостали верою». И опять: «Отложить вам жизнь ветхого человека, сливающего в властительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, по правде и в истине. И еще: да умрете греху, а оживите же для правды». Это о первом деле еврея по обрезанию. Кто не имеет этого, тот не обрезан. И не еврей, потому что не сохранил завета, который положил Бог, Господь Иисус, святой своей кровью. О святой же Пасхе много прибежит сказать. Первое обрезание, второе Пасха, третье суббота. Ибо Моисей говорит: вот закон Пасхи: всякий наплеменник, который не ест от нее, и всякого раба купленного, которого обрежешь, и тогда он да ест от нее. Всякий же не обрезан, да не ест от нее. В доме едином ешьте. Чресла ваши припоясаны, и обувь на ногах ваших, и жезлы ваши в руках ваших. Пасхи сего попечения, испеченного огнем, нельзя вкушать иначе, как с опресноками и горькими травами. Не сказал опоясавшись по чреслам вашим, чтобы не сказал то, что он говорит здесь о поясе. Но припоясавшись чресла ваши, чтобы показать, что говорит о чистоте, здравой от всякой страсти, сущий по действиям совокупления в нечистоте. Обувь о готовности говорить и бегстве от всякого уязвления, повреждающего совесть и